Всем привет! Сегодня хочу показать, как можно легко и просто в любой игре, которая у вас стоит на Windows, включить так называемый подсчет кадров в секунду или FPS counter. В чем проблема? Есть игры, которые не предусмотрена возможность зайти в консоли, зайти в настройки, включить и посмотреть, сколько же ваша система вытягивает в этой игре определенными настройками, усложняет, естественно, настройки видеокарты, особенно в таких вот играх, мало оптимизированных, как Cyberpunk. Поэтому давайте смотреть, как же это сделать. Я вам сейчас расскажу так называемый workaround, который позволяет нам включить FPS наши в любой игре через Steam. Для этого нам нужно, конечно же, иметь установленный Steam. Я думаю, что у всех он уже давно есть. После этого мы заходим в наш Steam. Здесь библиотека наших игр. После этого кнопочка «Добавить игру». Добавить игру не из Steam. Открывается окошко с поиском всех доступных программ на вашем компьютере. Здесь вы ищете Cyberpunk. В моем случае я его уже добавил. Нужно будет просто нажать галочку и нажать «Добавить игру». Или добавить программу, как здесь переведено. После этого игра будет добавлена в список ваших игр. Давайте глянем, вот, например, Cyberpunk. У меня Cyberpunk уже добавлен, вот он уже запущен. Это первый пункт нашего плана. После этого нам нужно зайти в Steam, настройки. Третье, снизу, сверху, in-game, то есть в игре. И вот здесь нам нужно указать FPS counter, вы видите, и указать, на какой части экрана вы хотите его видеть. Ну, например, возьмем верхний правый угол. Нажимаем ОК. И после этого запускаем нашу игру. Что происходит? Происходит то, что Steam как бы запускает игру для вас. И наверх этой игры, наверх вашего изображения накладывает свои... примочки, в том числе и возможность увидеть, сколько же там выдается кадров в секунду. Запускаем игру. Здесь хочу добавить, что игру нужно запускать через Steam. То есть вы выбираете игру в Steam, нажимаете кнопку «Играть». После того, как вы запустите игру, вы сразу видите, в данном случае у меня правый верхний угол показывает количество FPS. Сейчас там что-то 40-43. Мы понимаем, что на самом деле, в моем случае, у меня монитор 60 Гц 4К. Я могу что-то там подшаманить в настроечках и сделать что-то получше. Очень удобно и классно. Также хочу добавить, что мой любимый метод смотреть FPS, смотреть температуру компьютера, это использовать так называемый GeForce Performance Panel. Вот вам пример того, как выглядит Performance Overlay, который у меня настроен на Hotkey Alt-R, который я могу включить и выключить. И после того, как я запустил игру через Steam, добавил ее в Steam, сразу же заработал Performance Overlay. Самая классная прога, лучшего, честно говоря, не видел. Советую всем, тем, у кого есть NVIDIA. До того момента, как я ее запускал через Steam, она работала, но там показывалось только CPU utilization и GPU utilization. То есть показывало там, что у меня карта фигарит на 99% и там компьютер, CPU, процессор там 30 с чем-то процентов. По FPS ничего не показывалось, показывалось просто, по-моему, NA, то есть non-applicable. Вот. То есть в моем случае, например, я понимаю, что я буду пользоваться этим NVIDIA Performance Overlay, поэтому я могу выключить Steam настройку для отображения FPS и пользуюсь своим любимым показчиком кадров в секунду. А чем вы пользуетесь для того, чтобы посмотреть, сколько ваша система выдает FPS? Напишите в комментариях. Пока!